Число европейцев, которые отправляются на войну в Сирию, все увеличивается. По всей видимости, в Австрии две девушки 16 и 15 лет сбежали также для того, чтобы принять участие в джихаде. Их семьи узнали об этом лишь когда увидели их записи в соцсетях. Сейчас эта история развивается. Следует отметить, что есть сомнения в подлинности нескольких выложенных фотографий. Некоторые снимков, на которых девушки окружены людьми с автоматами Калашникова, кажется, уже встречались раньше. Это лишь один из множества случаев, когда жители Западной Европы уезжали в Сирию. Совсем недавно в Сирии погиб 18-летний юноша, приехавший на войну с юга Великобритании. В Сирии также погибали и граждане Германии.